Мощно загрузку поставили прямо перед открывающейся дверью. А, вот здесь до... Вот, наконец, значит, сейчас начнут падать. Осторожненько идем вперед. Так, уходим вниз. Да, она должна была сюда упасть. А, фак. Так, сразу сюда. Что мне делать? Так, больше ничего не будет падать, да? Окей. Да мы просто по камешкам пройдемся. Бэй, это, видимо, Майкл Бэй тут стоял и оставил свой автограф. Forget about Freeman. Привет. Not only are we way behind enemy lines, we just missed the last flight out of here. Sure hope you brought some backup point, Dexter, because we're gonna need it. В общем, нам нужна, он говорит, поддержка, и мы пропустили последний самолет отсюда. Ну, давай пойдем. All right, let's move. Так, она нас стрелять будет, надеюсь? Надеюсь, нет. Так, наверное, будет. А ее включать тогда, когда... Ну, давайте проверим, просто проверим. Да, она нас стреляет. Поэтому... Стой тут. Sorry, Freeman. All right, I'll stay here. Нет, вот сюда иди. Yeah, let's go. I'll secure this area. Стой здесь, я буду приводить врагов. Привет. Иди сюда. Right behind you, buddy. Oh yeah. Не пришлось патроны тратить. Сейчас еще одного позовем. Такой игры не было. Такого эпизода не было. Ну, этих я так уничтожу. Так, идите сюда. Идите сюда. Уйди с моей дороги, кретина, кусок! О, господи! Мудака, дебила, кусок, куска мать. Мудак. Мудик. Я его одним патроном добил. Так. На этом, я думаю, эпопея закончилась с появляющимися врагами, да? Никогда не дадут коробки разбить. Да, я помню, там где-то должна быть аптечка. Suck my balls. Да, и suck my balls. Get out of way for my balls. Please. Нахрена я их разбиваю? Ничего нету. О, господи. Только не эти одноичные отростки. Так, они тебя убьют, иди сюда. Не, ладно, пойдем со мной. Я много на них патронов потрачу. Так, стойте, как ты... А как сюда зайти? Чё, никак? Да, я помню по оригиналу то, что здесь аптечка должна быть. Я помню, последний уровень хорошо очень.
Калалом-балалом! Молодец. Помог. Но сначала мы пойдем в другую сторону. Каладам-паладам. Мы идем за сранцем. Блин. Так. Ага, отсюда он не попадает. То есть нельзя подавать. Так, что здесь? Alright, I'll hold down this spot. Так, нет, не пойдет дело так. Чё его убил-то так, за что? Главное. Он стал просто на моем пути идиот, конечно, но не надо же его за это убивать, да? Мелкий засранцы, а? Вот сейчас стой здесь. Так, ты не стоишь, да? Let me get out of your way. Да стой на месте! I'm waiting right here for you. Где еще мелочь должна телепортироваться? Где? А, она уже взорвалась, окей. Я не знаю, зачем я сюда шел? С ракетницей? Которая нахрен мне не сдалась? Блин, еще один, а? Не. Ух ты, конвой, ладно? Тут все равно ракетница есть. Но вот патроны бы мне не помешали к винтовке. По-моему, здесь тупик. What the fuck? Что с ним произошло? Снарклсы? Уи-уи! Ау! Ну, вообще-то на... Вообще-то на ней можно присесть. Ну, я не знаю, как спрыгнуть нормально. Не подохнув, ну ладно. Катафалк здесь есть заодно. Чё, ничего нету, что ли? Блин. Одни патроны в таком большом ящике. Одна обойма, в смысле. Спасибо вам. Go with me. Friend. Ау. Получили все по щам? Тут устроили... Не знаю, борщ. Не в рифму, зато правда. Эй, тут должно было что-то валяться. Я все время сюда заплывал. Ну, блин. По крайней мере, мы всю жопу, по-моему, прошли. Все жопные уровни. Так что дальше будет только кайф. Forget About 3 у меня, помню, очень интересная часть, так что... Он сказал, что найдет другой путь. В общем, спасибо, что поддержал, мудак.
Так, зная, какие здесь охренительные спуски, я лучше... Я буду насиловать жопу этого чувака, да. Спасибо. Так. Ага, видали, да? Она ее убила! Один хедкап смог убить одну турель, отлично. Я даже ничего сделать ей не могу. Одним ударом. Нет, хедкрап убил турель, окей. Нам нужно идти на запад. А может, я не хочу идти на запад. Что это значит? Я в западный район должен идти. Вот сейчас какой-нибудь негр должен был бы возмутиться. Такой, меня отправлять на запад. Совсем охерели, что ли? Я хотел ломиком и забить эту хрень, но я не стал уж рисковать. А, нет, это идет совсем в задницу. Отлично. Тупик зашел. На! С тобой будет то же самое, что с твоим другом. О, господи. Чтоб не вставал, на всякий случай. Не знаю, зачем просрал один патрон в магнума. Я дебил, наверное. Ну ладно. На гранату. На еще гранату. Глушим рыбу. Большой улов. Отнял, забрал. Так, нужно... Я не знаю, из ракетомёта стрелять? Подождите. Глок стрелял в оригинале под водой. Он и здесь стреляет. Вот же отстой. А мужики-то не знали? Ой, я помню этот уровень, но он не такой уж и плохой. Так, ну... Давайте изучим ее зад. Так. Не знаю, как она размножается, но ручки у нее есть. Она, по крайней мере, может совершать какие-то указательные действия, так что... у них, наверное, патриархат в обществе. Воу, патриархат в обществе развит, потому что он все-таки может указывать, что к чему. Я так полагаю, мне под пар лучше не вставать, иначе будет больно. Здесь можно... Я не знаю, как я выплыл, но хедкраб только что не убил от выстрела из дробовика вплотную. Вау. Эй! У вас сломалось. Вот, на хедкраба поставь. Чем они положили панельку HEV? Не знаю, может заменить? Давайте заменим. Нельзя? Давайте, я не знаю, совокупим их. Все по фэншую? На, получи, плати, блин, Изрыгнул мне себя. Здесь. Ну. Ой, это я как же я это люблю. Надо было присесть сразу же. Ну я как обычно, великий геймер. Решил этого не делать. Так.
идиот. А как же мне турелька-то добыть, а? Я перепрыгнул? Вау! Так. Ну, на тебе. Плохая. Ладно, что нас ждет впереди? Музон пошел, теперь я полностью в боевой комплекции. И я крут. И музон. Да. Столько птичек просто так не валяется, поэтому сейчас нам нужен Парфенов, чтобы он сказал нам, что он думает по этому поводу. А что он думает по этому поводу? Не знаю, но он должен включить эту игру на медни. Я не знаю, что я думаю даже по этому поводу. Что, откуда мне знать, что думает Парфенов по этому поводу? Я даже не знаю, куда здесь идти. А, теперь я знаю, куда здесь идти. What the fuck? Я этого не помню в оригинале. Но смотрится эпично. Воу. Пока. Не переселивай. Воу. Ладно, я пошел отсюда. А, это танк приехал. Понял. Ни хера не слышно, ребят. Транспорт не получается ракетницей. Минус одна машинка. Поднял все ракетки. Полностью снова бою укомплектовался. Спасибо за камню, за то, что он есть, и за то, что его разбили. Ладно, все понял. Да, я просто один вообще исчез, испарился от взрыва ракеты. Что ли, никакой сбоку, это как-то просто было. Но я этого не помню, если честно, у Valve. Half-Life 1, по-моему, это они сами уже напридумывали, но вот это было круто. Лямбда, я уже в лямбда комплексе? Так быстро? В оригинале этот путь занимал намного больше времени. Давайте мне милашки, давайте! Привет. Не, ну давайте повеселимся. У меня тоже два друг есть. Смотрите. Смотрите, какая милашка. Но они сами взрываются через 15 секунд, поэтому всего лишь стоит подождать. По фэншую белое с желтым должно стоять рядом. Нет. Что вы мне прикажете здесь делать? Кнопку нажимать, окей. Окей. Давайте спустимся вниз. Посмотрим, что там есть. А тут есть вкусняшки. Эй, похоже на лифте. Ну, на лифте подниматься, но этот путь в Half-Life 1 занимал намного больше времени. Теперь турель на моей стороне, так что не гони меня тут. Совсем охерело, что ли? Ми-пи-пи, ми-пири-пири-пи-пи. Ми-пири-пи-пи, ми-пири-пи-пи. В Half-Life 1 нельзя было вот так вот репрограммировать турели. Надеюсь, я не убью никаких нужных мне ученых. Иначе...
убьет меня. А, ладно. Да что ты скрипишь? Ну, спасибо тебе. А, ладно. Отнимает хп все равно немного. Я не пользуюсь этим оружием. Оно какое-то стрёмное в этой части. Ну или может я с ним плохо управляюсь. Вообще, можно неполным зарядом вот этого оружия, которое секретное, вынести вертолет, который летел над дамбой за 2 выстрела. И еще на... печенье останется, на мороженое. 65% power. It's a power. То ли я стал сильнее, то ли... То ли солдаты пошли уже не те. Солдаты уже не торт. То ли их просто... 12 штук одновременно в меня не стреляет. Воу, ладно, давайте вы сражайтесь, а я... Вот так бы еще не глючило, было бы вообще прикольно. Вау, вы посмотрите, какие лаги. Так, я, пожалуй, дверь закрою. Вы же не против, да? Давай, танк, разрули. Воу, только не меня. Разрули всех, но не меня. Это надо... продавать название такого фильма. Не знаю, Джеймсу Бонду, что ли? Давайте, не знаю, извратимся как-нибудь. Ну ладно. Что? Вы это только что видели? Или я один слепой такой? Выходи. Дебил. Фримон здесь. И вышел. Ты ж каким мудаком-то надо быть, а? Ну, в оригинале выбегало много-много чертей всяческих инопланетных. И можно было сесть за танк, поюзать его. Но, видимо, сейчас нельзя. Окей. Сода. Еще давай. Люблю бить содовые. Ну ладно, ничего не открывается, что ли? Серьезно, а зачем они ракеты кладут здесь? Они думают, что кто-то... А, ну да, может быть, кто-то тратит ракеты на... хэдкрабов, да. Точно, как же я мог такой... момент-то упустить? В моей логике, в рассуждении. Пока танк, пока хэдкраб. Пока не родившийся хэдкраб. Я помню, что здесь какая-то кулебяка должна быть. Вот, например, вот это. Не знаю, где она, потому я хочу... Понял? Одна осталась. Не знаю, как я ее не задел, но ладно. Надо было вот так сразу кидать. Пути все равно вперед, назад и в любую другую сторону, кроме как в полную жопу не было. Почему я не могу взять вот эти турели и взять и принести с собой? Ну вот это вход в комплекс Лямбда, так что мы добрались до него. Без геморроя, как это было в Half-Life 1.